Здравствуйте, с вами канал Поповское подворье, меня зовут Екатерина. В прошлом видео мы с вами готовили фарш на пельмени и бузы. Сегодня мы будем готовить бузы и пельмени. Для этого нам нужно приготовить тесто. Для теста нам потребуется 4 стакана пшеничной муки. Здесь она уже просеяна. Муку мы берем хорошую. Так, я затупила. Сейчас. Итак, для теста нам потребуется мука пшеничная, просеянная, здесь 4 стакана, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 5 столовых ложек растительного масла и крутой кипяток. Итак, приступим. В муку вбиваем яйцо. Так. Добавляем пол чайной ложки соли, можно даже немножко побольше, вот так. И растительное масло. Перемешиваем яйцо с мукой и остальными ингредиентами. Потому что когда мы будем добавлять с вами кипяток, чтобы наше яйцо не свернулось. Вообще этот рецепт теста мне очень нравится, поскольку тесто получается эластичным и очень вкусным. Конечно, это не оригинальный рецепт теста, который используют для приготовления буз. Но это рецепт лично мой, который нравится мне и моей семье. И далее, вот, смотрите, мы перемешали, у нас получилась вот такая вот кашица, так называемая. Сюда мы добавляем крутой кипяток. И здесь стакан крутого кипятка. Мы потихоньку добавляем и замешиваем тесто. Тесто мы с вами вымешиваем хорошо. У меня ушло почти 1,5 стакана кипятка. Но вы смотрите по консистенции теста, чтобы оно было не жидким. Потому что мука у всех разная. Сколько она возьмет жидкости, это у каждого будет по-разному. Тесто хорошо вымешиваем, чтобы оно было очень эластичное. Обратите внимание, что вот оно не прилипает к рукам. Вот мы его хорошо вымешали. Посмотрите, какое оно получилось. Приятное, мягкое. И абсолютно не липнет к рукам. И мы убираем его, можно в пищевую пленку или в пакет, минут на 15 отлежаться. И займемся фаршем. Все. Итак, тесто наше с вами отлежалось. Для того, чтобы слепить бурятские бузы, нам понадобится досточка, на которую мы будем складывать наши бузы. Мы также одеваем на нее пакет. Так, будем раскатывать тесто с вами. Тесто получается, смотрите, какое в разрезе красивое. Очень текстурное. Мне прямо нравится вообще этот рецепт теста. И пельмешки всегда делаю по этому рецепту. Так, пельмени мы всегда тоже делаем именно из этого теста, потому что оно очень вкусное и мягкое. Получается, вот когда мы лепим пельмени, они не расклеиваются, не разваливаются при варке. И в то же время не получается, что одно тесто. Оно очень довольно-таки тонко раскатывается и вообще очень приятное. Итак, раскатали с вами тесто. Посмотрите, какой толщины примерно оно должно быть. Теперь берем кружку, вырезаем круги. Вообще, вы знаете о том, что наши бурятские бузы выиграли конкурс «Вкусы России»? Я думаю, что на каждом прилавке они скоро появятся. Поэтому учитесь делать бурятские бузы. Итак, вырезали мы с вами круги. Вот такие. Дальше мы разминаем край. Чтобы край был тоньше, середина была плотнее. Мы будем ложить в нее фарш. И края будем сцеплять. Так, разминаем очень хорошо край. Ложим на ладонь. Берем фарш. Сразу скажу вам, что у меня не оригинальный рецепт буз, поскольку оригинальные бузы делаются из тканины и баранины, а у нас здесь с вами свинина и говядина. И на оригинальной бузе 33 защипа. Но у нас не знаю, сколько получится защипов. Но в любом случае получится вкусно.
Итак, смотрите. Теперь собираем с вами край. Аккуратно, потихоньку, такими защипывающими движениями мы собираем край. Потихоньку, помаленьку делаем небольшие защипы. Фарш, чтобы фарш оставался внутри, аккуратно по кругу делаем небольшие такие защипы. Вот. Вот такая буза у нас получилась. Еще раз. Берем кружочек теста, разминаем край так, чтобы край был тонкий, а середина была поплотнее, так как в ней будет фарш. Чтобы сок остался потом при варке в бузе, мы должны сделать край тоньше, а серединку обязательно оставить толще. Берем фарш. Фарш ложите столько, сколько вам нужно на свое усмотрение, но чтобы совсем не выпало, это примерный принцип, как лепка пельменей. И также потихоньку делаем защипы на краях. Аккуратно фарш подминаем в центр, а по кругу делаем защипы. Дырочку в серединке оставляем. Смотрите, какая красота получается. Вы знаете, что буза имеет форму юрты. Юрта – это бурятское жилище. Складки на бузе отражают складки на юрте. А отверстие сверху буза означает отверстие вверху юрты, через которое выходит дым. Бузы, вообще внутри буз есть мясной сок, который нужно обязательно выпить, надкусив горячую бузу, и выпить этот сок. Итак, дорогие друзья, посмотрите, сколько красивых, аппетитных буз мы с вами налепили. Здесь 4 килограмма буз. Все эти бузы были приготовлены под заказ. Они продаются по 400 рублей за килограмм. Итого получилось 2000 рублей, мы с вами заработали буквально за полтора часа. Спасибо, что были с нами, смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам самого хорошего!